вид обложки, который называется «Два в одном». Два в одном, потому что здесь есть отделение как для автодокументов, так и для паспорта. Помимо стандартных 7 карманов для автодокументов, права, ПТС, техпаспорт, а также страховка, есть отдел для паспорта. Также дополнительно есть отделение для банковских карт. Вот так выглядит отделение для страховки. Чтобы сюда поместить лист, страховочный лист, можно его свернуть пополам, из А4 получить опять лист, и он хорошо сюда вставляется и складывается. И тут, как вы уже поняли, можно вставить паспорт. Отлично удобная обложка для тех, кто любит носить все документы в одном месте. Удобно, практично и красиво.